Надо все время выбирать между хорошим и плохим. Зачем тебе деньги? Хочу заняться поставками мороженого в Марокко. Мне нужно 80 тысяч евро, чтобы закрыть сделку. Ты что, проиграла мои деньги в казино? Надо привезти траву из Испании. Но я никогда этим не занимался. Пару Мухаммедов тебе в помощь. Мне надо ехать в Испанию. Составить тебе компанию? Нам нужен новый перевозчик товара. Поставщик шотландец. Папе надо работать. Обычно мы грузим в машину материал и возвращаемся через час. Ладно, давай по-твоему. Поставщик нас кинул. Надо его найти. Верните деньги, пожалуйста. У нас проблема, звоним маме. Нет. Поцелуй маму. У них миллион. Нам нужен 1 миллион евро. Пошел ты! Мир принадлежит тебе. Хорошо, что позвонили маме. В кинотеатрах с 13 сентября.